сорт острого перца Конго Yellow Trinidad. Это Конго Желтый Тринидад. Это довольно острый сорт острого перца. Острота у него от 300 до 400 тысяч единиц по шкале Сковеля. Высота куста от 60 до 70 сантиметров. Срок созревания 80-90 дней. Это морщинистые стрючки, очень интересные. Созревает он от зеленого до ярко-желтого цвета. Очень красивый, очень обильно плодоносят. Очень большое количество плодов у них. Это очень интересный перчик. Если кому-то нравится, он довольно острый. Все-таки 400 тысяч, почти полмиллиона. С него получается очень хороший соус. Если кто любит соусы, такого соуса хватит довольно-таки на прилично. Такие вот красивые плоды. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так в теплице. Ну, можно выращивать еще на горшках. Он не будет не выше 40 сантиметров. 40-50 сантиметров в высоту. Это всегда ему полный рост, чтобы он рос как сам хочет. Если вы хотите его сделать меньше, сантиметров 40 хотя бы, придется его немножко подрезать. Очень красивые и очень яркие плоды. Так что этот перец выращивайте как в теплицах, в открытом грунте, либо на подоконнике или в балконе. Срок созревания у него не сильно большой, 80-90 дней. Это, как бы можно сказать, ранний сорт. Он даст вам большие урожаи. Всем пока. До новых встреч.